Я считаю, 12 июня очень важно как можно большему количеству москвичей, гостей столицы, вообще всем выйти на улицы городов. Не только Москвы, кстати, а многих других городов региона. Потому что это прежде всего акция солидарности. Это акция солидарности с теми абсолютно невинными, случайными людьми, которых похватали наши представители правоохранительных органов и которые на данный момент сидят за решеткой. Они никаким образом не участвовали ни в каких мифических массовых беспорядках, которых, собственно, не было. И главное, полицейские, которые, собственно, это спровоцировали, в их отношении никаких действий не последовало. Хотя, например, я лично давал Следственный комитет данные прям персонально с фотографиями, с видеозаписями полицейских, которые также нарушали закон, как и какие-то провокаторы, которые тоже были на московских площадях. Я считаю, что этот марш – это очень важный психологический момент, это очень важный способ дополнительно объединиться, дополнительно показать, что мы вместе, дополнительно показать, что у нас есть позиция и протестное движение не падает. Конечно, власть не падет от того, что мы выйдем на этот марш, но мы должны свое присутствие и свое давление никаким образом не сокращать, а наоборот наращивать.